Сергей Геральдович, какие информационные технологии активно применяются в работе представительства МИД в Нижнем Новгороде? Ну, в последнее время все технические новшества, которые, на мой взгляд, только существуют, у нас сейчас все применяется в работе. Но, конечно, самое основное и главное распространение – это сайты. Сайт представительства Министерства иностранных дел – это центральный офис в Нижнем Новгороде. Сайты всех отделений на территории федерального округа, где размещается вся информация, которая нужна, базовая, то есть положения, нормативные акты, документы, указы президента, распоряжения правительства Российской Федерации, приказы Министерства иностранных дел и текущие, которые меняются практически ежедневно. Это связано с изменением политической ситуации в мире, какие-то новшества по визовой тематике, по въезду иностранных граждан, по регистрации иностранцев, по оформлению на работу, для тех, кто приезжает к нам на учебу, на лечение и прочее. Вот это такая информация на сайте. Также последние пару лет мы используем Twitter, Facebook, есть свой аккаунт в Instagram, и поэтому вот с любых мероприятий, ну, даже включая вот это сегодня, участие в этом IT-форум, открытие, значит, сегодня уже все это будет размещено на Instagram, на сайте представительства Министерства иностранных дел, и каждый желающий может там посмотреть. А в связи с тем, что сейчас стартовал очередной конкурс «Хочу стать дипломатом», то, учитывая аудиторию, лица, которые заканчивают общеобразовательные школы, те, кто пришел со службы в армии, рабочая молодежь, то есть это молодые люди, там, в основном возраст до 20 лет, то мы сейчас и стали работать ВКонтакте, потому что именно ВКонтакте вот этого возраста молодежь, вот этот срез этого поколения наиболее широко представлен. Они, к сожалению, многие не читают газеты и мало смотрят телевидение, а вот ВКонтакте они практически все. Так что все технические новинки сейчас используются. По широкому спектру, когда был прием граждан, приемный президента Российской Федерации, то очень удобно сейчас стало работать в режиме видеоконференции. То есть приемные президента Российской Федерации в субъектах ПФО, в каждом субъекте есть приемные президента, и технические возможности дают нам возможность связаться напрямую по режиму видеосвязи, видеоконференции с каждой приемной президента. И проводя прием у нас в Нижнем Новгороде, я могу отвечать на вопросы людей, которые пришли там Киров, Саранск, Чебоксары, Ижевск и так далее. Вот это называется режим реального времени. То есть они задают этот вопрос, и я им отвечаю. Мы как бы находимся друг от друга там сотни и тысячи километров, но имея такие технические возможности, считаю, что мы работаем лицом к лицу в режиме реального времени. Насколько применение IT-технологий повысило производительность труда в вашем ведомстве, если сравнить с периодом 5-6-летней давности? Ну, естественно, что работать стало удобнее. КПД сотрудников значительно стал выше, потому что меньше тратится времени на бумажные документы, оборот. Потом есть возможность широкого охвата аудитории, есть возможность донести информацию быстро, качественно, своевременно. И самое главное, конечно, это другое количество людей, которые могут о ней узнать, и те, которые могут обратиться к нам. Естественно, что это только на пользу рабочих. А какие сервисы планируете внедрить в ближайшее время? Ну, вот я вам сказал, что в Катире, вот мой, как все существующие у нас есть, значит, они у нас же работают. Вот. Но самое из последних – это ВКонтакте. Для того, чтобы вот попробовать по конкурсу «Хочу стать дипломатом» именно вот с этой молодежной аудиторией целевой, которая заканчивает школы, то есть это по большому счету еще подростки, значит, но они, получается, там основная часть пользователей в этой сети ВКонтакте. Так что ВКонтакте, наверное, это вот то, что стоим полностью освоить в этом году. А что интересного собираетесь почерпнуть для себя на нынешнем IT-форуме? Перед встречей с вами я вот обошел с Валерием Николаевичем Барулиным, генеральным директором Нижегородской ярмарки, вот весь этот павильон, чтобы посмотреть, что здесь представлено. Но, честно, хочу сказать, что, учитывая масштаб нашего города, я бы хотел, чтобы этот форум был масштабнее.
Вот, и все только вот размещено вот в рамках одного павильона, и то, я так понял, даже не целиком использованы этой площади. Вот, есть возможность привлечь больше наших партнеров. Значит, и у ярмарки есть возможность представить больше выставочных площадей и помещений. Хотелось, чтобы это было более вот так, если вот посмотреть, да, чтобы это было много здесь там мультимедиа, все, чтобы эти были большие экраны, чтобы была возможность молодежи что-то попробовать проявиться. Пока я смотрю, молодежь у гоночного болида все собирается. Это, наверное, Формула-2 или Формула-1. Вот, там написано G4, я так понял, что это, наверное, быстрый интернет, что-то мегафон такой. Но молодежь вот машины интересует. То есть к чему я это говорю? Что-то должно быть интересное, привлекательное, красочное. То есть хочу порекомендовать организаторам этого форума на будущее сделать его более красочным.